Всем друзьям большой привет! Сегодня на канале, можно сказать, праздник. Выходит 100-й ролик. И хотелось, чтобы он был не похожий на остальные, но и в то же время был о моделизме. Поэтому я пригласил к себе свою музу. Она ко мне приходит редко. Она у меня такая плюгавенькая, корявенькая. Когда она приходила последний раз, у меня вышел ролик в стихах по сборке. Там, если хотите, вот ссылочка, можете посмотреть. В этот раз она пришла не сама. Она пришла с медведем, который потоптался по моим ушам. И вместе мы родили вот такую вот песенку, которую хочу вам предоставить. Включайте субтитры и подпевайте. Все-таки праздник как-никак. Итак, музыка ворованная, слова мои, исполняет автор. Вот она перед вами, коробочка с ледниками. В нее совершенно свободно вмещается что угодно. Коробочки с ледниками, прут тяжелые танки, их железные траки пыль поднимают клубами. В коробочке с ледниками живет отряд пехотинцев, в порту стоит эсминец, наполненный моряками. В коробочке с ледниками в космос летит ракета, она обгоняет где-то кораблик под парусами. В коробочке с ледниками летят индийские стрелы, воюют рыцари смело с французами и казаками. В коробочке с ледниками душ принимают девицы, ими хотят насладиться зомби с большими зубами. В коробочке с ледниками в пучине плывет лодка, авто рассекает пробку со Сталиным и вожаками. В коробочке с ледниками в небе летит аэробус, и едет под ним автобус с младенцами и стариками. Вы все на свете найдете в коробочке с ледниками. Когда собирать начнете, вы это поймете сами. Когда собирать начнете сами.